in the characterization of iron alloys. Probably he will explain himself everything else. Thank you very much. Thank you. I don't know. Okay, so thank you for coming. I know you're all tired because you have attended many lectures today. What I'm going to talk about is lens scales. So these days we have an awful lot of instruments with which we can see at any resolution that we like. So for example, each dot over here is a single atom in a piece of iron. And then, you know, like in universities, we make the claim that by looking at atoms, we can construct huge objects like this. Okay? So this is the longest single unsupported span bridge in the world. It's between Japan and Akashi Island, and that distance there is 2 kilometers. It's made of steel. Now, what is the relationship? 2 kilometers, yeah. It's the longest single span bridge. I have been there, actually. It's an earthquake zone as well. So, how do you relate observations that are made on an atomic scale to something that is so many orders of magnitude bigger than an atom? How can you possibly use a microscope and then claim you can design a bridge? That's the issue. Okay. I'm going to introduce a little bit of metallurgy first and then talk about the lens scales. So the particular structure that I'm going to talk about is like this. It is a mixture of body-centered cubic iron and face-centered cubic iron. So conventionally we call this ferrite and we call this austenite. Okay? And that is the lens scale there. This each one of these plates, which we call bainite, is a quarter of a millionth of a meter in size. Okay? So this is the basic structure that I will talk about. And in steels, there are two mechanisms by which you change from the parent crystal structure, which is the... о двух механизмах, которые нам переходить от аустенита к ферриту. И при помощи контролирования этих механизмов можно добиться различных структур в широчайшем диапазоне. Я некоторые из них вам сегодня покажу. Механизм выглядит следующим образом. Вот представьте себе, вот у вас аустенит, и здесь красные и белые атомы. Это вот кристаллическая ячейка нашей структуры, при этом вы хотите ее поменять без какой-либо диффузии. Почему? Потому что при низких температурах у вас происходят все эти реакции, когда атомы являются немобильными. Можно провести физическую деформацию. Здесь мы изменили саму форму ячейки, но при этом химический состав остался неизменным. И вот все соседние атомы абсолютно одинаковые. Это вот то, что называется превращением без диффузии. У нас меняется внешняя форма кристалла, и здесь энергия растяжения будет очень большой. Почему? Потому что здесь давление будет оказываться на все соседние кристаллы, и в результате получается очень тонкая пластина. Почему? Потому что тонкая пластина минимизирует энергию растяжения. Это механический способ, который позволяет нам без деформации и без быстрого охлаждения получать нужный нам материал. Второй метод требует диффузии, и происходит только при высоких температурах. Здесь берем бейнит и все связи разрываем для того, чтобы получилась новая кристаллическая структура, новая схема. В ходе разрыва связи и в ходе реорганизации изменяется химический состав. То есть у нас большая часть красных атомов переходит в феррит. Большая часть методов, вот этот метод, он не ограничивается размером зерна. Если вам требуется большие зерна получить, можно использовать метод превращения без диффузии. Соответственно, аустенит, феррит можно превратить за счет деформации, либо можно по большому счету отрезать вот эту часть кристаллической структуры и перенести в эту сторону. Вот эта диффузия, которая требуется для превращения без изменения формы.
Есть диффузия или нет, не зависит от того, есть у вас какие-то сплавы или нет. Даже в абсолютно чистом железе можно провести превращение без диффузии. Здесь показано железо, которое подверглось быстрому нагреву, и в результате получилось превращение без диффузии, изменилась сама форма, которая показана вот в верхней части слайда. Мартензит и феррит – это, вот, соответственно, бездиффузное превращение и диффузное превращение. Соответственно, вне зависимости от того, есть ли у вас какие-то элементы сплавов или нет, можно использовать и то, и другое. Я сейчас вам покажу небольшой видеоролик, очень скучный видеоролик. Здесь показывается вот такая трансформация, которая происходит без изменения формы. Берем аустенит, полируем его до плоского состояния, и он превращается в феррит. При этом, как я уже говорил, абсолютно никакого изменения формы не происходит. So, the temperature is dropping. Температура у нас снижается. Аустенит начинает превращаться в феррит при температуре примерно 770 градусов по Цельсию. И практически ничего мы здесь не будем видеть. Почему? Потому что диффузия убирает все напряжение. Превращение происходит без изменения формы. Соответственно, мы здесь ничего не видим. Вот уже температура опустилась ниже температуры превращения, а аустенита не осталось, а мы ничего при этом визуально не заметили. Поэтому иногда вот следует смотреть даже такие скучные видеоролики для того, чтобы осознать, что нету никаких изменений в форме, по форме при превращении. С другой стороны, если взять вот тонкую пластинку, вот смотрите, что дальше произойдет на этом видеоролике. Здесь мы увидим, как меняется форма на поверхности этого образца. Ну, практически, знаете, как тектонические сдвиги идут, горные массивы образовываются, потому что здесь пластическое напряжение гораздо меньше, чем сдвиг. Соответственно, происходят различные превращения. Я хочу ваше внимание заострить на бейните. Именно образование бейнита приводит к таким изменениям формы. А вот перлит и феррит, они не приводят ни к каким изменениям формы. Ну, естественно, можно использовать просвечивающий электронный микроскоп для того, чтобы все это наблюдать. Здесь у нас напряжение сдвига составляет 0,46. 10 в минус третьей степени – это типичный показатель, а это очень большое напряжение сдвига, которое не приводит ни к какой деформации. Получается очень мелкозернистая структура, при этом не требуется ни деформация, ни быстрое охлаждение. Если в двух словах описать 40 лет работы, то можно сказать, что вот это механизм бейнитового превращения. Так же, как с мартензитом, нам не требуется никакая диффузия, но атом углерода – это небольшой атом, который присутствует во всей кристаллической структуре, и, соответственно, он уходит в оставшийся аустенит, и углерод стабилизирует аустенит, правильно же? Соответственно, если у вас останется углерод, то у вас будет на выходе либо аустенит, либо карбид. И можно выпадение карбида контролировать, и в итоге у вас получится сочетание аустенита и феррита. И, естественно, требуется определенное время на диффузию углерода, и идет обогащение углеродом на поверхности бейнита, но дальше нету такого. Соответственно, распределение атомов углерода неоднородное. Вот посмотрите, здесь пластинки бейнита, аустенит у нас остается, потому что у нас идет распределение углерода, а вот дальше у нас идет мартензит. После охлаждения получается мартензит. А это очень плохо сказывается на свойствах, потому что здесь у нас незакаленный мартензит. Соответственно, идет неравномерное распределение углерода, и углерод, который у нас находится здесь, он стабилизирует аустенит, находящийся рядом с бейнитом. И, соответственно, трещина устойчивости вот этой микроструктуры очень низкая. Посмотрите, температура
где-то примерно соответствует комнатной, это как раз переход с очень хрупкого состояния в пластическое состояние. А еще раз говорю, во-первых, неравномерное распределение углерода. И при этом мы должны знать, каким образом распределяются атомы углерода. Какие же методы можно использовать для того, чтобы измерить концентрацию атомов углерода в стали? Локально. Есть какие-нибудь соображения? Ну да, хорошо, можно атомный зонд использовать, или смотрим, сколько атомов требуется для того, чтобы попасть из точки А в точку Б, соответственно, оцениваем, что там будет, кремний, железо и так далее, но там есть небольшая проблема. Мы же измерения проводим в малых масштабах, а потом-то мы будем производить огромные металлоконструкции. Какова же взаимосвязь между локальными измерениями концентрации атомов углерода и, например, вот этим самосвалом? Там вот человек, если поставить, он даже до середины колеса не дойдет. Соответственно, мы должны четко осознавать, как потом масштабировать измерения, проведенные при визуализации в высоком разрешении. Вот сегодня предыдущие докладчики говорили о том, что сейчас есть материалы прочнее, чем сталь. Когда вы слышите вот такие заявления, не верьте им. Потому что они о масштабировании забывают. Если используется метод жесткого пластической деформации, то вы потом не будете производить крупные металлические конструкции. Потому что вот графены и все остальные материалы, они, во-первых, сравниваются не с самыми лучшими марками стали, а во-вторых, они забывают о проблеме масштабирования. Так вот, просвечивающий электронный микроскоп, вы все знакомы с этим методом. Можно использовать ПЭМ для того, чтобы измерить концентрацию углерода. Я сейчас расскажу, как. В типичном ПЭМ берем образец толщиной 100 нанометров. Как вы думаете, вот если взять на глобальном уровне, какой объем материала был изучен при помощи ПЭМ? Это вот первый вопрос. Будет небольшой приз, если на него правильно ответите. Ну вот в килограммах, например. В килограммах, как вы думаете, какой объем материала был изучен в принципе при помощи просвечивающего электронного микроскопа? 100 грамм. Кто-нибудь еще хочет предположение выдавить? Вот кто-то говорит 100 грамм, кто-то говорит килограмм. Ну, давайте подсчеты выполним. Ну, во-первых, сейчас я вам покажу, как измеряется концентрация углерода при помощи ПЭМ. Здесь изображение высокого разрешения феррита. Вот посмотрите на вот эти линии. Вот это, собственно, плоскости атомов. Здесь у нас получается 0,011. Углерод у нас будет занимать вот это все пространство. Если мы будем вот эти интерпланетарные пространства измерять, мы сможем измерить локальную концентрацию углерода. По аустениту здесь видно не так хорошо, но вот видно вот эти вот линии, нет? Это вот как раз-таки, опять же, плоскости аустенита. Почему здесь плохо все видно? А потому что при использовании микроскопа с высоким разрешением дислокация влияет на интерпретацию полученных изображений при помощи ПЭМ. Ну, собственно, давайте проведем небольшие вычисления. Вот у нас наша фольга 100 нанометров толщиной, 10 микрометров на 10 микрометров. Обычно берется такая площадь. Соответственно, 10 в минус 17 степени кубометров – это объем этой фольги. Ну и пускай будет эта вот плотность материала 10 тысяч и миллион изображений в год пускай будет. И ПЭМы у нас существуют, пускай будет 100 лет. Да, это преувеличение, но для круглой цифры возьмем 100 лет. Соответственно, общий объем материала, который изучался при помощи ПЭМ, это 10 в минус 3 килограмма. И вот вес булавки составляет 10 в минус 2 степени килограмма. Так вот,
Как же потом можно утверждать, что исследования при помощи ПЭМ позволят построить такой мост? Кто сказал 100 грамм? Вот вы почти, ну, ближе всех ваш ответ получился. Эта книга только-только вышла, поэтому вам небольшой приз. Вы, конечно, ошиблись очень сильно, но ваш ответ является наиболее правильным, близким, по крайней мере, к правильному ответу. Поэтому при помощи ПЭМ исследовали очень и очень малый объем материалов. Теперь, что касается атомного зонда. Атомный зонд работает следующим образом. Берется образец, который по форме напоминает маленькую иголку, после этого даем электронный потенциал, а дальше там идет газ, который идет по вот этой линии, увеличивает в миллионы раз, и дальше используется электрический импульс, который заставляет атом двигаться. Атом двигается вот в этом массовом спектрометре, и в результате можно оценить химический состав отдельного атома. Я уже говорил, что общий объем материалов, который исследовался при помощи ПЭМ, это 10 в минус пятой степени килограмма. При помощи вот этого инструмента исследовано было еще меньше материала. Поэтому можно использовать, конечно, атомный зонд для измерения концентрации углерода. Аустенит, бенитный феррит, это с этой стороны, а здесь у нас... Здесь атомы железа, атомы кремния, а это атомы углерода, но это то, что в части аустенита наблюдается. Соответственно, можно прямо по атомам все проанализировать. Я, кстати, когда выполнял это исследование, мы собрали 2 миллиона атомов. Вам может эта цифра показаться большой, но в 10 граммах железа атомов 10 в 23 степени. Соответственно, мы говорим об очень небольших объемах. Работа Франциско и распределение атомов углерода в феррите и в аустените. В аустените гораздо больше, как вы видите. И плюс еще показаны дислокации, потому что атомы углерода идут в места дислокации. Соответственно, можно провести измерения в разных местах в аустените. И окажется, что концентрации даже в этих масштабах не постоянные. Еще раз хочу подчеркнуть, что идет неравномерное распределение растворенных компонентов в материале. Теперь хочу вам продемонстрировать сравнение измерений при помощи ПЭМ и атомного зонда. При этом я говорил, что при помощи ПЭМ был изучен гораздо больший объем материала, чем при помощи атомного зонда, хотя и там речь идет о малых объемах. В 1981 году, это вот как раз-таки ПЭМ. Почему здесь еще вот все это нарисовано? Потому что будет степень неопределенности. Я вам показывал вот эти тонкие линии, это межпланетарное расстояние, а это измерение при помощи атомного зонда. И, естественно, там выборка была меньше при использовании атомного зонда, и поэтому вот такие вещи там вообще не будут считываться. Что это вообще такое? Очень часто говорят, что здесь отсутствуют карбиды, но на самом деле там есть очень и очень небольшие частички карбида даже в феррите. Просто при помощи старых зондов их нельзя было распознать, а современное оборудование позволяет нам это все увидеть. В зависимости от применяемых методов у вас выборка исследуемого материала будет разная. Если, например, вам надо исследовать состав интерфейса, то есть как раз границы металлов, то нету идеальной системы, нету идеального метода. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту картинку. Посмотрите на диапазон. Здесь получается где-то 10 нанометров это интерфейс между двумя металлами. Это слишком много.
И если посмотреть на ПЭМ, то там не 10 нанометров, там 1 нанометр диапазон. Соответственно, что происходит, когда вы используете электрические пульсы для выбивания атомов? Естественно, интерфейс же он не прямой, он может быть кривой, а может быть даже и не вертикальный. Поэтому мы никакой сегрегации на интерфейсе не видим. Но почему это происходит? Это происходит из-за того, что у нас диапазон слишком большой. Может быть, я не знаю, пока эта проблема еще так и не решена. Соответственно, надо исследовать больше объем материала. И, если не ошибаюсь, Вольфганг в ходе предыдущей сессии рассказывал о том, что есть соответствующие методы, которые позволяют изучить образцы толщиной в 10 мм. Например, рентгеновский синхротрон – это мощный инструмент, который просвечивает 10 мм стали. По большому счету, это разогнанные электроны, которые разгоняются по кольцу, и дальше получаются рентгеновские лучи с высокой энергией. Вот у нас получаются, по большому счету, рентгеновские лучи, помогающие провести исследование. Тут же можно получить информацию о дифракции, но что это означает с другой стороны? Это означает, что вы изменяете материал и дифракции считываете каждую секунду. Ну, а в лабораториях, конечно, такого оборудования нету, но есть оборудование, которое в течение нескольких часов должно работать для того, чтобы получить правильную схему дифракции. Это вот, кстати, тот же материал исследовался, как и в случае с ПЭМ, с атомным зондом. Здесь материал под одной и той же температурой находится, время только увеличивается. Вот это платина. Платину мы сюда специально поместили, чтобы удостовериться в том, что пики у нас будут не из-за настройки инструмента. Поэтому все расширения, которые вы здесь видите, это фактические расширения. Вот это пик, когда начинает формироваться феррит, а это пик, когда начинает разлагаться аустенит. И посмотрите, здесь две таких вершинки, два всплеска, да? Аустенит с низким содержанием углерода, а вот это аустенит с высоким содержанием углерода. Это тот аустенит, который находится вокруг бейнита. И вот этот пик острее, чем вот этот, потому что здесь превращения никакого не будет, и превращение не будет воздействовать. И это, вот, собственно, свидетельствует о неоднородном распределении углерода во время превращения. Есть и другие причины использования синхротрона, но я, собственно, говорил об объеме выборки. Здесь объем выборки гораздо больше в сравнении с тем объемом материала, который был исследован при помощи ПЭМ и при помощи атомного зонда. Ну и возвращаясь к нашей предыдущей диаграмме, я говорил о том, что здесь абсолютно отсутствует диффузия, и углерод переходит в аустенит, и время, необходимое на этот процесс, это буквально секунды. Углерод за 1-2 секунды уходит из феррита к аустениту. Соответственно, возникает вопрос, а в какой точке прекращается образование феррита? При какой средней концентрации углерода прекращается образование феррита? Для чего мне это нужно? Это, собственно, позволит мне подтвердить теорию, что бейнит – это превращение без диффузии. Здесь показан график, который был создан экспертом по термодинамике. Свободная энергия феррита и аустенита. Если здесь нарисовать фазовый график, то получится классические границы АЕ1, АЕ3. Но еще есть точка, где состав аустенита и феррита абсолютно одинаков, и уровень энергии один и тот же. Другими словами, при превращении аустенита в феррит без диффузии, то у меня падает свободная энергия здесь, но растет здесь. А вот эта точка предела превращения аустенита без диффузии. На этом графике это называется кривая Т0.
здесь без диффузии аустенит превращается в феррит, а здесь такого уже невозможно. Соответственно, необходимо измерить концентрацию аустенита, после которого уже не происходит превращение без диффузии. Схематически можно изобразить это следующим образом. Если у нас в этой точке прекращается образование феррита, значит, моя теория правильная. Соответственно, требуется провести микроскопические измерения для измерения концентрации углерода. Будет меняться напряжение превращения аустенита в феррит. Дилатометр – это небольшое устройство, ну, по большому счету, это индукционная печь, которая позволяет нам проводить измерения. Измерение проводится во время превращения, измеряется растяжение, на основе этого рассчитывается концентрация углерода, и в результате превращения без диффузии – это та теория, которую я смог подтвердить. В среднем реакция заканчивается, когда концентрация углерода в любом месте материала доходит до состава, отображенного кривой Т0. Именно поэтому кривая Т0, ну здесь вот трещина стойкость очень низкая будет. Почему? Потому что если реакция закончится вот здесь, после этого невозможно будет дойти до кривой Т0. По закону термодинамики это невозможно. Сэнди, я, собственно, рассказывал о вашей работе, но вас самой здесь не было. Я показывал как раз-таки принципы термодинамики и кривые фаз. Поэтому здесь у нас действительно будет очень низкие показатели сопротивление на излом будет, потому что здесь по большому счету не закаленный мартенсит. Возникает вопрос, а что с этим делать? Если можно было бы повысить объем бенита, то вот эти зоны тоже бы у нас подвергались превращению. Они бы становились меньше и меньше. Если взять хрупкий материал и уменьшить его в размере, то он перестает быть хрупким. Но это по разным причинам происходит. Очень простое уравнение. Нам надо сделать объем бенита большим. Ну, собственно, это вот это расстояние, деленное на это расстояние. Это состав феррита, аустенита, при котором прекращается реакция. Вот это, собственно, здесь показано. Это средняя концентрация углерода в стали. Вопрос. Как максимизировать объем растрескивания бенита? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Что можно сделать для того, чтобы трещиноватый объем бенита увеличить? Не-не-не, это студенты должны ответить на этот вопрос, а не преподаватели. Очень же простое уравнение. Можете ответить? Вот посмотрите на это уравнение. Что мне поможет увеличить вот это значение V? Что надо изменить? Что? Ну, там просто растворимость углерода в феррите небольшая, поэтому это не получится сделать. А еще что можно? Да, можно увеличить значение XT0, изменив другие элементы. А еще что можно сделать? Еще один способ. Что еще надо сделать? Это средняя, кстати, концентрация углерода. Да, надо снизить среднюю концентрацию углерода. Где моя сумка? Да, кстати, можете вот поделиться с коллегами этой книгой. Соответственно, можно снизить концентрацию углерода и при этом
Без каких-либо дополнительных экспериментов мы можем сдвинуть температуру на 200 градусов по Цельсию, и получается и прочная сталь, и сталь с высокой прочностью на растяжение. С сотни градусов по Цельсию до минус сотни градусов по Цельсию мы тут же изменили температуру протекания реакции, а это очень сильно влияет на пластичность при растяжении. Ну и, кстати, это вот рельсы, которые произведены из этого материала, а это обычные рельсы. Рельс, поверхностно закаленный рельс, и 90 миллионов тонн проехало подвижного состава. Посмотрите на разницу между этими двумя рельсами. И, кстати, в тоннеле под Ла-Маншем используются такие рельсы. Я уж не знаю, что будет, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза, но пока используются вот такие рельсы в канале под Ла-Маншем. Вот, собственно, здесь показаны рельсы из бейнита без содержания углерода. Вот показаны здесь устойчивость и прочность обоих материалов. Еще раз, вот таким образом выглядит структура. Масштаб — это 1 микрометр, это толщина. А от толщины зависит размер зерна плотности, потому что это минимальное расстояние. Это не наноструктура, потому что здесь четверть микрометра. А вот в своей книге я говорю о том, что толщина нанотрубки — это и есть наноструктура. Если не использовать деформацию, то здесь можно тут же получить первый объемный наноструктурный материал в мире. При этом его можно производить в тысячи тонн. Вот при увеличении размер такой же, как у углеродной нанотрубки, получается такой первый в мире объемный наноматериал, не требует термообработки, не требует быстрого охлаждения. Деформация происходит в результате превращения. Что касается поверхности интерфейса, то там получается на кубометр несколько сотен квадратных метров. Это 1 миллион квадратных метров на кубометр. Это больше, чем у даже самой жесткой пластической деформации. При этом мы же исходим из того, что интерфейс является между двумя металлами абсолютно плоским, но представь себе, что он не плоский, а шероховатый. Что я имею в виду под шероховатый? Ну, сфера — это же полностью гладкое нечто, да? А вот, например, поверхность клубники, она же не плоская, она шероховатая. Чем выше разрешение, тем больше шероховатости вы будете видеть. А вот у сферы, вне зависимости от разрешения, поверхность будет полностью плоской. Соответственно, надо с этой проблемой разобраться. В некоторых случаях площадь межфазной поверхности при высоком разрешении, например, если у нас еще попадают атомы водорода, надо знать, в каком разрешении. Кроме того, надо знать поверхность, межфазной поверхности при образовании трещин для того, чтобы оценить трещиностойкость или сопротивление на излом. И, по-моему, Мендель получил Нобелевскую премию за свое открытие. Он изобрел теорию фракталов, и основная идея там сводится к следующему. В разном разрешении изучаем материал, и в результате площадь становится зависимостью от разрешения. Это не фрактал, это приблизительно фрактал. Вот таким образом выглядел бы бейнит под оптическим микроскопом. Вот тут написано, что это оптический микроскоп. Если взять ПЭМ, то окажется, что вот эта поверхность бейнита состоит из множества подповерхностей, подплит. И если увеличить разрешение, то вы увидите, что там есть еще более тонкие слои. Другими словами, я измеряю
площадь как функцию от разрешения. Вот представь себе, что это карта какой-то страны, мне надо померить периметр, беру соответствующий инструмент и измеряю периметр. Если, если взять штангенциркуль меньшего размера, то можно более точно измерить периметр, в отличие от штангенциркуля с большим шагом. Соответственно, логарифм от разрешения берем, и у меня получается прямая линия. И вот это, то, что здесь показано, это фрактал. После этого можно рассчитать периметр как функцию от любого разрешения. Вот, собственно, Мендел об этом говорил. По Бениту мы выполнили такую же работу, и оказалось, что площадь поверхностного интерфейса – это функция от разрешения. Измерили фрактал. Если пластическую зону надо измерить, здесь вместо… Здесь берем 10 микрометров в качестве разрешения. Площадь межфазной поверхности по водороду уже предусматривает использование другой величины. Здесь у нас получается значение в 3,59. Если бы была поверхность полностью плоской, то значение составило бы ровно 4. Вот таким образом выглядит площадь в зависимости от разрешения. Если бы было значение 4 ровно, то разрешение было другим бы. Соответственно, если речь идет не о плоских предметах, надо для определения размера фрактала использовать несколько иные расчеты, несколько иную теорию. А в предыдущие докладчики рассказывали о разных методах получения легированной стали, например, порошковый метод. Это, опять же, процесс, который использовался в промышленных масштабах раньше, сейчас он возрождается, и можно дальше проводить консолидацию при помощи экструзии, и получается на выходе очень интересная структура. Вот здесь у нас зерно идет прямо вокруг трубы по окружности, и, собственно, это то, что и было необходимо получить. Если вы проведете эксперимент с атомным зондом для того, чтобы определить, насколько у вас растворены компоненты, можно по атому, конечно, все это измерять и исследовать. Вот опять же, спектрометрию используется для измерения пролета атомов в пролетной трубке. Мы измеряли здесь, исследовали состав кластеров в 50 ионов. Больше у меня книг не осталось, но все равно вопрос вам задам. Как вы думаете, это однородный раствор? Нет? Да, вы правы. Из этого графика непонятно, однородный или неоднородный раствор, потому что когда речь идет об атомных структурах, понятие «однородный» применяется в несколько ином смысле. Если бы распределение составов шло по биномному распределению, то значит однородный, а если нет, значит есть химическая сегрегация. Сейчас покажу, о чем идет речь. Вот, собственно, экспериментально измеренное распределение – это черные колоночки, а дальше идет биномное распределение. Если бьется одно со вторым, значит, однородное идет распределение, и у вас нету никакого процесса плавки, просто механическое идет соединение. То есть мой основной посыл заключается в следующем. При помощи железа можно производить разные изделия от малых размеров до невероятно больших размеров. При этом надо брать данные, полученные в результате исследований с высоким разрешением. И при этом
с разным увеличением, для того, чтобы четко понимать, о каких свойствах идет речь. На этом у меня все. Я с удовольствием отвечу на любые вопросы. Вы показали в своей презентации, что вы производите объемную наноструктурную сталь. Но там вытянутые зерна же были, нет? Нет. Поэтому я говорю, что в разных масштабах надо это все изучать. Не-не-не, они там не вытянутые. Сейчас я вам покажу. So it's a very good point, because I should have showed. Но вопрос очень правильный, потому что я, наверное, должен был показать изображение в оптическом масштабе. Вот это то же самое изображение. А теперь я вам покажу оптическое изображение. Изотропная структура, видите, в разных направлениях они ориентированы, но при этом площадь будет очень и очень маленькая. Именно поэтому вам показалось, что они вытянуты. Это изотропный материал. Это самая распространенная ошибка, потому что минимальное расстояние, она в два раза больше, чем толщина. Таким образом определяется размер зерна, правильно? Линейное расстояние. Это очень прочный материал. Ну, прочность само по себе обсуждать нету смысла, потому что, что бы вы ни произвели, прочность — это же не самое важное свойство, надо и другие свойства оптимизировать. Но, по большому счету, это не анизотропный материал. Вы абсолютно правы, это не анизотропный материал. Сейчас я покажу, что я имею в виду под термином объемный наноструктурный материал. Вот о каких размерах у нас речь идет. Человек, вот если поставить сюда человека, он примерно вот в таком масштабе будет соотноситься к этому изделию. Еще есть какие-нибудь вопросы? А когда вы начали изменять положение атомов углерода, другие элементы начали изменять свое положение? Ну, я вам показал, как использовался атомный зонд, но при этом растворенные компоненты, замещающие, не двигались. Углерод находится внутри кристаллической решетки, поэтому он может передвигаться. Атомы углерода могут передвигаться, а все остальные атомы, они не могут, они заморожены. А сера? Серу мы не исследовали. Но сера, она же будет себя вести как углерод. Может быть, но мы не исследовали серу, мы только изучали никель, хром, молибден, замещающие растворенные компоненты. Да, идет запись для интернета, поэтому надо пользоваться микрофоном. Господин Хадаша, а вы используете метроскопию для измерения концентрации углеводорода, распределения концентрации углерода? Потому что, мне кажется, надо использовать более количественные измерения. И тут, мне кажется, у ПЭМ или у массового спектрометра показатели будут более точными. Вот Дэниел Краспо, который находится в Испании, он проводил исследования по этим же самым материалам при помощи этого метода, о котором вы говорили. И к каким выводам он пришел? Потому что
Вопрос. Вы сказали, что можно разделять феррит и аустенит напрямую. Это с одной точки зрения. Это, опять же, метод локального атомного зонда. С другой стороны, при помощи массовой спектрометрии тоже можно измерить концентрацию различных материалов. Если посмотреть на форму кривой, то можно посмотреть, насколько точно меняется концентрация углерода вокруг атомов металла. Но, честно говоря, мы это подробно не изучали, мы только измеряли концентрацию углерода локально. Мы все соседние зоны не изучали. Но хотите, я вам направлю вам результаты наших исследований, и вы тогда получите ответ на свой вопрос. Здесь вал производится для авиадвигателя. Вот заготовки, а это процесс производства вала для авиадвигателя. Ну, может быть, этот материал и не будет использован в конечном итоге, потому что у нас есть там две пилотных концепции. Я поэтому и говорю, может быть, этим материалом пользоваться и не будут. Термостабильность — это тоже очень важный фактор, потому что там до 300 градусов по Цельсию нагревается этот вал, и он должен, срок его эксплуатации должен составлять 40 тысяч часов. Ну а вот рельсы вы показывали, там они же не разогреваются до температуры 300 градусов по Цельсию, ну по крайней мере пока. Я надеюсь, что вот все высокоскоростные поезда современные не нагреют рельсы больше этой температуры. По-моему, еще у кого-то там вопрос был. Пхадеша, а вот эти нанотрубки, они в какой форме используются в стали? В первоначальной форме? А их там нету. Я просто сравнивал размер. Там углеродные нанотрубки вообще не используются. Это вообще невозможно, потому что углерод растворяется в стали, как уголь. Ну, это, наверное, важно для формирования зерен аустенита. Атомы углерода просто потом используются для формирования аустенита. По-моему, у кого-то еще вот в этой части аудитории был вопрос. Нет? Ну что ж, до того, как мы закончим, я бы хотел сделать общую групповую фотографию. А можно я вам задам вопрос вам? Конечно. Я правильно понял, что у нас всегда идет неоднородное распределение концентрации углерода в стали на микроуровне? Да, я считаю, что так всегда будет. Всегда-всегда. Ну, пока я еще не видел ни одного эксперимента в высоком разрешении, который показал бы однородное распределение. Потому что структура сама по себе не одинаковая, плюс еще есть разломы, и плюс атомы углерода может присоединяться к разным абсолютно материалам. Мы проводили спектроскопию по сплавам марганца и пришли к выводу, что распределение марганца тоже неоднородно. Меньше марганца, быстрее происходит превращение аустенита в феррит. Это абсолютно очевидная вещь была, но мы не до конца поняли, почему и какова площадь была этих зон. Но основной вывод был в том, что компоненты распределялись не одновременно. При отверждении происходит сегрегация, и в результате деформации идет распределение в зоны. И феррит образуется в объединенных зонах, соответственно, атомы углерода идут в другие зоны, и там образуется перлит. Но это классическая схема. Я тоже хотел бы задать вопрос о неоднородном
распределение концентрации углерода. Означает ли это следующее? Если я хочу там спрогнозировать образование частичек карбида, мне надо заранее спрогнозировать дефекты. И есть ли какие-то другие способы прогноза? А все зависит от того, что вы хотите спрогнозировать. Если вы хотите спрогнозировать распределение карбидов и размер частичек карбида, и число частичек карбида, ну, опять же, в зависимости от того, какого размера будут частички карбида, да, может быть, будет неоднородное распределение карбидов. Но если вам надо просто общее значение получить, ну, например, количество частиц на кубометр. Мне кажется, здесь можно усредненное значение использовать. Больше вопросов нету, поэтому давайте поблагодарим докладчика.